Анонс и точь до выхода шестой серии второго сезона сериала «Иванько». Шестая серия сериала выйдет на ТНТ 25 сентября. Ранее в сериале мы увидели, как Алла Сергеевна так хочет выведать подробности личной жизни Вали, что перебарщивает с инициативой. Макар пытается решить проблемы в бизнесе, но сталкивается с очень непростым чиновником. Валя становится причиной конфликта между Макаром и Елисеем. Сеня подозревает, что Настя не очень довольна их интимной жизнью и решает разнообразить их секс странным способом. Даша идет на субботник. Надежде понравится молодому человеку, но оказывается в центре эко-скандала. Алла Сергеевна и Настя выясняют отношения на кладбище. Шестая серия сериала выйдет на ТНТ 25 сентября. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.